Сейчас я попробую взять маленький бульдозер, если он там будет. И все же приколюха с долбанными конвейерами, я тебе скажу, очень актуальна. Но я еще успею его опробовать. Ну да, вертолет важнее. Да, вертолет я доставал, блин, гребаных минут 20, наверное. Как же можно так упасть, чтобы тебя конвейером понесло? Свободное плавание, грубо говоря. Это надо ударить чем-нибудь. Допустим, чуть-чуть толкнуть вертолетом. Мне кажется, или за мной маньяк на мотоцикле? О, деньги. Так. Деньги. Он подобрал мои деньги. Маленькие. Бульдозеры. Где вы? Оп. Слушай, а это мысль. Это мысль. Ну-ка, ну-ка, о, ну-ка. А бульдозер тут есть. Целых два. Так. Так же можно было делать и... Зараза. Так. Надеюсь, он меня не пристрелит. Ну, у меня вообще-то 9000 долларов, он бы мог уже давно меня пристрелить. Так, хорошо. А твою! Паскуда, тварь! Так. Ты просто не поверишь, что я тебе везу. Да? Да. Ты мне сейчас просто медлабораторию скинешь. Блин! Блин! Че, я догадался? Нет. Ков зацепился с ковшом за мое это заднее колесо, и он меня вниз тянул, прикинь. Наркомания. Вообще наркомания. Я просто управлять не мог вертолетом. Так, ну давай, мешается. О, славно. Так, теперь аккуратно. Вот опять, отпустись. Ювелирно, Саня, сейчас. Ща, тихо. Так, тихо. Готов? Поехали. Оп. А, я нечаянно отпустил. Не хотел. Он ты же не на меня, да? Ты же не на меня отпустил, да? Нет. О, он не разбился. Ой, мы едем. Аккуратно. Так, куда бы свернуть? Направо или налево? Какая, в принципе, разница? Поехали налево. Так удобнее тут. Нет, ну это будет... фейл! Ну ладно. Ай. Но я это сделал, я забрался на этот конвейер. Да. Забрался? Еее, бэйби! Вообще... Красота. Всё, я почти прилетел. Отлично. Там кто-то на мотоцикле рассекает и смотрит. Да, это я вот катался на нем вот только что. Так. Ну-ка, что? Ковш привез? С доставкой на дом. Сбрасывай. Да. Я слышу поезд. Будем пробовать мутки с поездом? Я не знаю, но попробуем, давай. Так, вот поезд забраться. Вот, ну, это следующий, быть. Следующий надо будет ждать. Ладно. Хотя, в принципе. Ну-ка, аккуратно. Да меня-то не раздави нахрен. Так, короче, мне нужно сесть за водительское этого. Дожди. Блин. Ты. Спортсмен, блин. Воу! Зараза, уронили меня. Так. Ну а теперь давай, да, цепляй меня. А потом ты должен догнать поезд, и мы его того. Окей. Блин, он не взломанный был, ты прикинь все это время. Взорванный? Не взломанный. Ага. Правильно, там он взломан. Так. Оп. Почти. Как? Угадай, кто? Это такой мудак просто, я тебе говорю. Это то ж таким мудаком надо быть. Гад, я ненавижу тебя, чувак. Знай, гори в аду просто. Вот просто пускай ты и вся твоя семья горит в аду все поколения. Нифига, но это жестко, это я тебе жестко скажу, это слишком жестко. Это, ты не представляешь, сколько я этот конченый, ладно, бульдозер, ладно.
Как долго я доставал этот вертолет? Как долго? С каких усилий мне этого стоило? Где этот... Это негр, да? Негр? Это чувак в черном костюме. Не в красном, если что, в красном основном. Блин, как я хочу посмотреть ему лично в глаза и сказать, чувак, ты такой вообще просто... По-моему, вот он в машине. Да, это нет, он. Нет, нет, нет. Нет, это нет, не в машине. Он вон как... он, наверное. Блин, можно было бы его выкинуть? У нас же модерки нету. И поезд едет, ты понимаешь? Сдохни, чика. Сука. А, ты его убил, да? Да. Все. Ну что, полезли на поезд? Не пошло. Ладно. О, сзади можно. Да-да-да. Почти. Да-яй. Оставайтесь на поезде. Окей. Я приеду. Ну, в общем, ты меня понимаешь, да, насколько ущербен этот человек? Он просто все испортил. Так уютненько ехать тут прям вообще. О, я это место давно хотел исследовать. Какое? Вот это вот. Вот просто одно. А, все понял. Ах, потихонечку. Потихонечку, как я это люблю делать именно в это время суток. В этой пустыне. Даже. Да. Да. В общем, следующие наши вот такие наподобие эксперименты мы будем стараться делать так, чтобы без подписчиков. Да, оп. Потому что вы сами видите, как бы некоторые бывают адекватные, а некоторые, ну, совсем неадекватные. Что такое? Что такое? Мы раскидали банки просто здесь. И они так это гремят. Где-то музыка играет. Подожди, смотри, что за тачка? Что за тачка? Она, наверное, не едет, да? Вот это. Ну-ка. Да, она не едет, к сожалению. А? Ха-ха. Так бы было круто, конечно. Ну, слушай, а можно попробовать перепрыгнуть или нет? Нет, нельзя. Так же, как а это едет, нет? Это тоже не едет. Это тоже не едет. А музыка где-то отсюда играет. Слышишь, а, музыку? Вот музыка. А, у меня просто музыка убавлена, чтобы не было проблем с правообладателями. Ну, да. У меня чуть-чуть. Чувак! Копелся. Гори. Это типа сохраним. Чё там? US. Какая-то это типа пришельцам, наверное, посылка, типа, мы там добрые, мирные. Да заберите нас отсюда, там все дела. А, ну да, слушай, это прям так и написано. Просто посмотри, это чё за дела-то тут? Чё пришелец делает с пришельцем тут? Спасите планету написано. Жизнь планеты. Или как-то так. О, тут люди были. Баночки. Нормально. Днем, наверное, здесь гораздо прикольнее. Но ночью здесь можно увидеть НЛО, кстати. Да? А вот я хрен его знает. Ну, вроде есть пасхалка, но там надо что-то все собрать на 100%, насколько я знаю. Койоты. И поезд. Как умиротворенно, стоит заметить. Да, как тихо и спокойно. Ну блин, поезд. Фига, у всех такие телескопы, все смотрят в небо. Может, думаю, тут есть какой-нибудь реально. НЛО какой-нибудь пасал. Паскал какой-нибудь. Поезд сейчас, наверное, из этого выйдет. Может, встретим следующий поезд, сверху на него спрыгнем, с этого. Сейчас, погоди-ка, я тут банки. Оп! Нет, получилось. Не вообще. Вот нормально. Отсюда можно вниз упасть, это я прямо. Да, да. Оп, давай, оп, давай, падай. Оп. Уронить. О, да. О, нет, бам, прямо в лестнице. Ой. Голову. Извини, чувак. Давай, вдвоем. Такие макаки просто все просто поголовно, блин. Такая тишина, и мы лазим по этой штуке. Еще поезд слышу. Ой. Просто ой. У нас столько экшена было за последнее время, что хочется умиротворения какого-то. Да. Фига там ящик приклеен рядом, блин, к столу. Оп. Так, а тогда там машину сел? Такой машина? Да, но только она, походу... А, нет, едет. Оп! Что-то с ней не то явно.
Ага, слушай, это мысль. Парнишка, да ты шаришь. Так. Ну ладно. Почему бы и нет, собственно, да? Я не против. Они это, они просто сами не ожидали, наверное. Они достали биту. О, один другого убил, он просто мозги размазал по заднему этому. О, еще и за мной копы, серьезно? Хорошо, что я этого не делал. Тебе за бездействие просто звезду дали. Но. Должен был их разнять. Тела валяются. Давайте, забирайтесь сюда. Ты все так хочешь на поезд? Ну, а отсюда же надо как-то выбраться. Кроме как... О, поезд едет, поезд, чуваки. Чуваки, поезд. Поезд-то, конечно, едет. Он сбитый стоит против поезда, серьезно? Ха. Ты успеешь забраться? Я успею. Я забрался. Я забрался. Да, чувака вообще унесло как-то. Отлично. Какой хороший день! И рассвет, смотри, сзади такой. О, да. О, да, просто, о, да. О, да. Слушай, а можно реально закрытую сессию как-то? Ну, мы как-то пробовали, по-моему, я не знаю, может быть, с обновлением ввели. Но раньше точно нельзя было. Может, там... А хотя, может быть, можно. Я не знаю. Ой, блин, упал. Ну, ну ничего здрасте. Страшного, я могу запрыгнуть снова. Where you are? Запрыгнул? Ну. И закатка. О, слушай, а как насчет тебе? Да, я, кажется, уже прочитал твою мысль. Та-тай-ра-та-тай-ра-та-та-та-та-трай. И, по-моему, оно просто... Попробуй. Оно, по-моему, сквозь вагоны... Ну, оно, да, сквозь вагоны. И на землю, и на землю, да. Не прошло. Пофиг. Ну да, она не поджигается. О, чувак хочет запрыгнуть. А они с нами, кстати, с самого начала. Я не знаю, может попробуем взорвем этот главный центр? Главный центр. Главный. Да, только надо доехать хотя бы до... где люди есть. В цивилизацию? Ну давай. Да. А это? А каким образом ты решил ее взрывать? А, у меня есть граната. Слушай, а может как-то мы вообще угоним? Просто пристрелим машиниста? А он мне даже не остановится. Я уж пробовал. Ну смотрите, я хочу сейчас кинуть гранату, так что лучше, наверное, уйти. Ну он такой крутой там, знаешь, весь. Но. Сейчас погоди. Лучше отойдите. Лучше отойдите. Так, ну, здесь нет. Именно сейчас хочешь взрывать? Ну да, потому что сейчас дорога кончается, и там мы с вами просто не найдем пути назад. Ой. Так. Ну давай. Чуваки, отбегайте. Вот это прикол! Такой защиту так. Сорвался сам. Ну да. Ой, жесть. Вообще жесть. Так, а вы где? Я на поезде. Да, понятно. Вот тебе и остановил я, короче, поезд. Остановил? Ништяк. Я думаю, тут места на всех хватит, то, что я вам сейчас привезу. Так что это работает. О, я вижу, да, поезд встал. Вот так вот оно и делается. Блин. Не прыгнуть туда. Выше моих сил. Я имею в виду в воду. И оторваться от ментов еще при этом. Давай, детка, лова. Я вижу, как ты летишь. И падла шмёрт, ты прикинь. Оба погибли. Офигеть. Слишком... Ну, блин, на мосту он остановился. Железный поезд. Слишком мелко там оказалось. Да. Слишком. Так, а вы где? Мы рядом с поездом, с мостом этим. Там пожарные приехали. О, здорово. Кстати. Сзади. Но... Чуваки, да бать твою!
Они поехали поезд тушить, наверное. Поехали. Удачи вам, ребята. Так. Ну-ка, погоди-ка, зайти-то можно? Ты давай, в любом случае там можешь сзади, он, по-моему, зайдет. Там, я сзади, вот, там я место хочу, там, чтобы... Да. Я хочу, чтобы... Вот в эту... Да, блин, нет, я хочу именно с помощью меню взаимодействия, вы можете предложить другому игроку посоревноваться с вами. А, неинтересно. Так, он сейчас сядет? Да, он садится. Все, и сейчас нажми на сесть. Он сейчас сам найдет место, где сесть, и сядет. Да-да-да. Да не-не-не, чувак, вылазь. Ай, боже. Он думает, что это одноместка. Ну, в смысле, двухместка. Подожди, вот стой на месте сейчас, просто стой. Пусть попробует сесть. Смотри-ка. Лол, но он никак не открывал ничего. Стой. Сейчас будет путешествие. Тачка приехала, его что? Понятно. Ну, ладно, есть. О, этот стоит, ему хоть бухнуть вообще. Реально. Ну давай прокатим его. Там-тарам-тарам. Ну вот надо ему прям потаранить. Там-тарам-тарам! Интересно. Подожди, стой. Давай. Он еще так стоит, знаешь, непоколебимо. Как я упал? Он, по-моему, он просто фкашет, я вот так и понял. А, нет, смотри-ка, пришел. Кстати, вот тут подожди, места. Подожди, давай ты назад залази. Живописные места. Он поймет, нет, что ты хочешь дать? Не знаю. Кстати, машина у него реально крутая. Еще с логотипом, моем мясо. Но. Слушай, не, садись-ка в машину. Вот в эту. На Субарик похоже. На-на-на. Так, тихо, надо дверь открыть. Выключи радио. Ой, радио, а как это сделать? Mm-hmm. Ты можешь. Влево сам... держи. Не, я не могу переключить. Не можешь, да? Да, держи влево и вниз. А. Так. А надо куда-то в горы, я. На спортивный такой прям. Да-да-да, ну это вот знаешь эти. Ну что, штурман? Ну что, штурман? Так, куда поедем? Звучит-то как. Что, штурман? Сейчас мы будем. Справа от нас, кстати, военная база. Сейчас мы будем рассекать, я тебе скажу. Хреново рассекали, ладно, хорошо, первая ошибка. На военную базу не поедем. Сейчас мы будем. Вот это, как она называется, гонки-то вот эти ралли по внедорожью вроде. А-а-а. Вообще это реально интересно здесь. Тоже вот физика позволяет ли? Ну я думаю, да. Такие вещи устраивать. Сколько тестов, сколько всяких приколюх. Воу! У него еще спидометр что ли там стоит, типа такой. Да пошел ты в задницу звонить мне долбаный. О, Range Rover. Так, обошли Range Rover. Сейчас прикинь, я не знаю, вспомнит, кто не вспомнит, но начало фильма «Такси 2», по-моему. Они вот так вот ехали, а потом сзади вот этот таксист, типа, что это какой-то, типа, любитель на своем это, понакупает ведер, а там реально внутри такие сидят уже спортсмены, они на первом месте, и такие, жмут, типа, нас обгоняет такси! Мы не позволим, чтобы нас обогнало такси. Это унизительно. А он, знаешь, еще так это манцует, чтобы такси не так проехать. А тот в это время такой, блин, типа, чувак, у меня тут женщина рожает вообще, типа, в салоне. Что-то в таком. Где заезжать-то помнишь? Не здесь. Ну, дальше надо проехать. А, подожди, мы рядом с военной базой. Да как мне вообще угораздило-то сюда? Я не хотел, честно, я хотел покататься дальше. В смысле, а где заезжать? Там дальше, если ты на военную базу хочешь. А, дальше, то есть надо будет по нашей страте. Хорошо, сейчас сделаем. На военную базу поедем? И левее. Следующая гора. Даже через одну гору. Я понял, сейчас сначала на эту заехать надо. Ну, угарная машинка, кстати, вообще. Ну да.
Такая зачем чисто, чисто зачем? Спорт. Вон, через одну гору. А, которая третья получается. Да, да, мы... да, там прям трамплин. Понял. Так, нормально, нормально. 200 РП дали. Поездка с игроком. Покупать машины, когда можно взять у друга. Да. Я еще и по жизни такой же логикой руководствуюсь, если честно. А так и надо. Правда, если разобьешь, хреново будет. Но не в нашем случае. Да, даже по жизни такой логикой пользуюсь. Разобьешь, ой, как хреново будет. Да, вот следующая гора. Следующая я. Поехала. Ну, а у него какой-то бронированный корпус, что сколько бы мы тут сейчас ну да, скорее всего, бронированный стоит. Да, потому что у него мнется, ну, очень мало. Да, и он с той горы прям съезжать можешь, и прям туда залетим. Ну, а там лучше не останавливаться, потому что танки... Да, не заезжай высоко, мы не слетим. Ты просто не впишешься в поворот. Потихоньку сейчас съезжай. И потом в конце газку. Налево, да? Ну вот, посередине прям, да. Ну, в смысле, да. Ща-ща-ща-ща-ща. Газку. О! О, четко даже повернул. Машины обычные тут ездят. Вы что, чеканули что ли? Это какой-нибудь адмирал ехал, наверное. Наверное, но. Так, нас здесь не выпустят. Назад, назад! Так, я кажется, кое-что неправильно сделал. Танк! Мне нужен танк! Я хочу угнать танк! Нужен танк! Срочно! Мы так и не угнали танк! Окей. Много чего. Вот этот танк, твою мать! И не один! Я тебя твою! Уходим! Я жду, когда сейчас будет бам! Да. Есть, есть, я залажу в танк! А, падла! Я никогда не был так близко! Жду вас на болоте, друзья!